15 ноября в администрации города Стерлитамака Федеральная таможенная служба республики передала в дар городскому детскому дому и реабилитационному центру Данка конфискованные детские игрушки. Мы сегодня реализовываем положение, которое предусмотрено статьей 178 закон о таможенном регулировании, так называемый закон 311 ФЗ. Он позволяет нам передавать безвозмездно органы социальных учреждений детским домам, социальным приютам, особенно важным деткам, конечно, передавать все это, тот товар, который является предметом дел об административном правонарушении. Эта акция, которая сегодня проводится до конца ноября, она позволит нам передать товары детским учреждениям на сумму более чем 430 тысяч рублей. На данный момент у меня 46 мальчишек и всего 16 девчонок. То есть, мы в тему попали, да. Как раз такие подарки, такого характера, как конструкторы, роботы, как раз нашим деткам, нашим мальчикам очень нужны. Военные, такие красивые все приехали. Несмотря на свою занятость, они сегодня привезли нам подарки. И эти подарки такие, такого характера, они будут нам привозить, ну, по возможности, когда у них будет появляться такая возможность. Коробочку, да, положите свои интересные игрушки. Они у вас будут всегда в порядке, да? Одной из приоритетных социальных задач является благотворительность. И поспорить с этим, когда смотришь в счастливые глаза детей, сложно. Анастасия Курбатова, Денис Итяшев, ЮТВ, Стерлитамак.